26 марта. Двадцатый год. Месяц садится. А он уже и летит. Наша МКС. Только попробую ее поймать. Вон Венера. Да, глазами вижу. А в объективе не наблюдаю. Венера видна. Не видать. Ага, вот он. Вот он поймался. Ну да, движение. Быстро движется. Да что ж ты? Да, да тут нужно. Какой-то рычаг в пару метров. Для того, чтобы его на ходу. Ай-яй-яй, вообще невозможно. Ну лады, по крайней мере, будем знать, что в теории его можно в кадр ловить. Другое дело. Удержать, что слишком стационарный, не он. Не, уже упустили мы его куда. Слушай, он прямо надо мной летит. Какой кошмар. Ха. Да, ну это нереально. Ладно, будем пытаться в следующий раз. Неплохо. Мне уже тренога просто мешает вверх задирать. Так, что у нас там? Более стационарным объектом вернемся. Это у нас Венера. Спасибо тебе, что ты не особо дергаешься. Смотри, вот прямо сейчас видна фаза. Наполовину она освещена солнцем. Так, Nikon Coolpix 5000, да, 125 крат оптического увеличения, плюс потом это еще в четверо цифра увеличивается. Ну тут уже, да, тут уже луна у горизонта. Вообще все уже колеблется. Воздух мутный, городской.
Харьков, даже несмотря на карантин из-за коронавируса. Довольно-таки пыльный город. Ладушки. Что, плеяды? Будут видны плеяды или не будут видны плеяды? Ничего не вижу на экране. Хорошо, 26 марта 2020 год, Харьков. Время 19. Ну, в 19:20 пролетал МКС мимо между Луной и Венерой.